впереди долгая реабилитация, но жизнь вне опасности. Кировские врачи рассказали о лечении подростка, который оказался под завалами здания в Котельниче. Трагедия произошла в конце августа. Во время проведения работ по демонтажу бывшей школы рухнула крыша. Пострадали два ребенка. Один из них погиб, второго с серьезными травмами экстренно доставили в больницу. Неделю мальчик провел в реанимации. Как рассказали в центре травматологии, подросток перенес 5 операций. Ему пришлось провести санационную ампутацию левой голени, а также неполную ампутацию левого предплечья. В стационаре пациент провел 1,5 месяца, а позднее его направили в центр медицинской реабилитации. Как отмечают врачи, впереди у подростка сложный восстановительный период и протезирование. Но уже сейчас мальчик строит планы на будущее и готовится стать программистом.